О, да, наконец-то наступила пятница. На самом деле в моей жизни очень давно не было пятницы, потому что я все время учусь, работаю, монтирую или что-нибудь снимаю. На этот уикенд у меня запланировано два крутых ивента. Сегодня я иду на концерт, а завтра будет вечеринка. Да-да, я тут внезапно сменила цвет волос. Кстати, напишите, какой цвет идет мне больше? Такой или бирюзово-зеленый, который был раньше? Итак, пора собираться в Лунатеку на концерт финских дезрок и постпанк групп Virgin Veil и Masquerade. Первым делом я оцениваю, насколько кошмарно выглядит мое лицо и прическа. М-да. Замазать все это недоразумение поможет толстенный слой штукатурки от Кэт Вон Ди. Уж кто-кто, а она точно знает толк в готических макияжах. Затем я рисую брови. Эти фиолетовые тени очень хреновые, поэтому я пользуюсь одним из своих лайфхаков. Так-то лучше. Блин, как бы накрасить глаза? О, придумала! Я решила сделать макияж в фиолетовых тонах, но почему-то на камере фиолетовый выглядит каким-то серым. Выделяю складку века, а на подвижную часть наношу черные тени. Подводкой от Rimmel пытаюсь нарисовать одинаковые стрелки. Вроде так выглядит нормально. Также прорисовываю уголок глаза и добавляю немного волшебства. Я использую сказочный пигмент от Tami Tanuki. Я оставлю ссылку на сайт в описании. Там вы найдете какое-то нереальное количество переливающихся блестящих космических оттенков теней. Лук завершит помада от Sephora и самопальный глиттер-гель. Кстати, как его сделать, я тоже показывала вам в одном из своих роликов. Пора заняться прической. Сегодня я хочу сделать начес в духе Сьюзи. Я уже зафигачила волосы пудрой для стайлинга, ну и собственно начинаю их начесывать. Брызгаю лаком себе, не в лицо, на волосы. И лучше побольше. Осталось дело за малым – подобрать одежду. Шмоток у меня херова гора, но мне постоянно нечего надеть. После длительных раздумий я продумала свой лук. Но, конечно же, я никак не могу найти юбку, которую хочу надеть. А, точно, она же в стирке. Вот что я надену. Колготосы под цвет волос, футболка с Cure и куртка, потому что на улице как бы не жарко. Затем нужно понавесить на себя кучу украшений и железа. Ну и надеть любимые свитера. Короче, пошла я сейчас за пивом, и чувак расхуярил автомат, потому что там была слишком большая комиссия. Он просто взял огнетушитель и ёбнул по нему со всей дури. Охуенно, пятница. Привет. Чего ты мне посоветовала, Бяку, блин? Я просто удивилась твоему совету. Thank you.
пусть будет так. Это был крутой концерт, особенно мне понравился проект Virgin Invade. Вообще, грубо говоря, это одна команда, участники которой поменялись местами и сколотили еще одну группу. К сожалению, такие годные концерты в России проходят нечасто, и я вообще не поняла, почему было так мало народу. Все-таки нужно поддерживать готическую сцену. Меня прям очень раздражают знакомые, которые постоянно ноют, что «Ой, к нам в Россию никто никогда не приезжает, у нас нет никаких клевых концертов». А когда наконец-то кто-то приезжает, у них нет денег, нет времени, нет желания вставать с кровати, и вообще, короче, у них ничего нет. В общем, не надо так. Конечно же, после концерта мы просидели с подругой в баре, и мое утро было немного не очень. Сегодня я иду на вечеринку Bad Invasion, и собраться я решила заранее, чтобы вечером немного прогуляться и пофоткаться. Я так отвыкла от фиолетового цвета, поэтому снова буду его использовать в своем макияже. Хочу сделать плавный переход от теней к бровям и завершить моих живнющими черными стрелками. Я надену вот такую рубашку с летучими мышами. Блять, ну конечно же! И кожаное платье. Я уже оделась, накрасилась и почти готова выходить. Но перед этим я решила поесть, попить, побухать, поковыряться в телефоне, посмотреть ютубчик. И, естественно, я уснула. Проснулась я за полчаса до начала вечеринки и поняла, что я ни черта не готова. Быстро-быстро я начала делать прическу, клеить ресницы. Короче, я не успела ни пофоткаться, ни погулять. Зато на ходу я сгенерировала еще один лайфхак. Если кремовая помада плохо ложится и держится на губах, то нанесите под нее слой матовой помады схожего оттенка. Тем самым вы сможете как бы компенсировать недостатки обеих помад. Короче, я не знаю, как так получилось, но у меня оторвался кусок шнурка. Red, the 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 red,
самый трэш на вечеринках начинается после 5 утра. Обожаю фотки с помоек. А вдруг мы на сале? Мне кажется, что это не вдруг. А это, а вдруг там клопы? Фэшн. Богема. Это прищепка. Для 5-й точки. Ванная. Да, можно смыть себя все это дерьмо. Да. Как еще стоит? Увеличивается или уменьшается? Сали, это похоже. Я не знаю, что первый раз, что я в бабайке разъебанная прическа есть, похмелье будет. Все удалось. Обязательно напишите в комментарии, как вы провели свои выходные и какие вечеринки и концерты вы посещаете. Будем искать единомышленников. Ну и конечно же, подписывайся на мой канал. Ставь лайк и колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. И слушай хорошую музыку. А не русский рэп.